Вот, если вы хотели знать, как бывает в Африке. Игорь в куртке. Еще плед. Надевает масайский. Да. Прохладно. Прохладно. Нас обманули, нам сказали, что в Африке жарко. Я думаю, что масай так одевается. Вот видишь, как хорошо. Кофта. Шерстяной плед. Yes. Самое главное, что у масаи все в клеточку. Может, я всегда знала, что ты масаи. А теперь нам страус дорогу переходит. Да, девочка. Черные мальчики, серенькие девочки. Но мы все ездим в поисках животных. Если присмотреться, то видно черная земля, вулканический пепел. Очень большой кратер. Прям я в удивлении. Назад? Там бегемоты. Надо назад? Вперед. Стоят там, траву жуют. Давай, вставай. Выше смотри. А тут Лёвушка отдыхает. Вот Хасан говорит, что у них сейчас медовый месяц, свадебная церемония. Он лежит, отдыхает. О, морду повернул. Давай, позируй нам. Давай, позируй. Какой прям величавый, весь из себя. И так я хороший, и в профиле, и в анфас. И грива-то у меня шикарная. Вот видите, там львица рядом. Ой, пошел. Сейчас помогу. И вот так. Вот. Вон там еще одна львица слева. Вот так вот лапкой. Что-то происходит. Спали. Все. Опять легла, да? Вставай уже. Так хочется прямо ей пузико почесать, как кошки. Может, тоже этого хочется. Самолет пролетает, лев поднял голову, слушает. И опять спать. Так, смотрите, здесь стадо буйволов и зебр. Сейчас искупаемся. Ready, swimming time. Like hippo. Swimming time. Акуна матата, э? Ready, э? Селфи. Нам опять путь преграждают. Вот ты какой.
Северный олень. Видите, там впереди целые селфи. Группы. Давай я тебя теперь сфотографирую, Игорь. Стой. Смотрите, видите, прямо рядом с нами лежат. Не боятся? Ничего не боятся. Вон. Игорь Геннадьевич и антилопа гнул. Африка такая Африка. Гиену нашли. Шакалы видели, гиену видели. А, да? Тут арбузики рядом ходят. Вы посмотрите, как близко львицы лежат. Вообще у дороги, вон, смотрите. Вот это да. И не боится ведь ничего. Сколько машин рядом. Мы же шумим на машинах. Так, у нас куда-то переводят. Посмотрите, как близко. Большие кошки. Машина приехала. Кисонька, вернись сюда, кисонька. Кис, ну повернись сюда. Ну, что ты, давай. Ну, повернись. Надоели вы все, ездите тут. А здесь журавли, смотрите. Там драки происходят. Пеликаны. Смотрите, там у воды бегемоты вдали. Ой, Вовка, надо смотреть, пинокль класс. Айнашид. Он там в том озере, что ли? Идет, гуляет. Все, что вы хотели знать о лете в Африке. Не знаю, как вы передали, сколько здесь ходят. На неделе все эти голые. Просто все шерстяные пледы. Ну, не пледы, это вот эти масайские одежды, которые нам выдал гид. Все побежали пить кофе, потому что здесь это островок цивилизации. Посреди парка. Зебромобиль, видите, такой тут стоит. Я в капюшоне, в теплой кофте, еще в кофте, во всем вообще. Что? Конечно, буду. Кто отогреваться? И зуб на зуб хватает. Это называется все, что вы хотели знать. Хотя нам Хасан говорит, что здесь нет такого четкого разделения, что зима и лето. Нет такого. Есть сухой сезон и сезон дождей.
Вот сейчас сезон сухой сезон, по идее, да? То есть это теплый сезон. Это теплый сезон. Вчера, конечно, мы ездили в Тарангире парк. Там было жарко, да? А сейчас вот мы находимся в кальдере, в кратере вулкана. Вот, и здесь совершенно другой климат. И здесь, конечно, просто зуб на зуб не попадает. Но красиво. Очень красиво. Я давно не ждала так теплый кофе, как сейчас. Yes. Наш водитель Каста. Папа Масай. Папа Масай. Да. Ты, наверное, даже не узнавал, сколько он стоит, да? Это сейчас вообще не важно. Я так и знала. Ой. Это тебе. Смотри, какой мне еще красивый это сделали, а? Он до краски это делает. Какой красивый. Beautiful. Так, это самое желанное сейчас для меня. Ну, ребят, я, конечно, честно вам говорю, что сейчас холодно. Я спросила Хасана, всегда ли так. Он говорит, нет, не всегда, но бывает. Но мне очень нравятся вот такие пейзажи. Вчера мы видели живую природу именно под солнцем, да, вот когда мы в Тарангире были. Вот эти голубое небо, белые облачка, животные, жарящиеся на солнце, да. А сегодня совершенно другие пейзажи, и мне они очень нравятся. Я даже не знаю, что мне нравится больше. Как красиво, да? И пеликан плавает на озере. Ну и кто-то тут гулял явно из больших животных. Но видите, нас здесь высадили, видимо, здесь достаточно безопасно. У них вот есть какие-то такие кусочки, территории, где нам разрешают выйти. Все озвучивать, ребят, когда я снимаю животных, потому что надо вести себя тихо, да? То есть мы можем их испугать, поэтому когда мы куда-то подъезжаем и я снимаю животных, чаще всего у нас практически тишина, либо мы как-то достаточно тихо переговариваемся. Вон тут сколько этих птичек. Ну этот же пейзаж просто космос. Мне так нравится. Очень нравится. Ну, ни секундочки я не пожалела, что мы сюда поедем. Поехали. Но хочу сказать, что если вы поедете по нашим же стопам, имейте в виду, что дорога не очень простая. То есть по самой Танзании... по самой Танзании дорога хорошая. А вот когда вы в национальные парки заезжаете, там... Обычно, ну, такая либо грунтовка, либо вообще бездорожье. Поэтому, если укачивает, это может быть сложно. Сняла птичек. Ну и второй момент. Вы проведете практически 2 полных дня в машине. Но джип очень комфортный, да? И я смотрю, здесь все такие джипы. То есть это не только у нас какой-то хороший. Вот какую компанию ни возьми, они везде одинаковые примерно. Ну и скажите, что Игорь Геннадьевич здесь плохо смотрится в своих клеточках. А мы едем, я думаю, у тебя рубашка один в один дома есть, просто, Светка. Просто один в один. Видимо, я Масай. Видимо, ты Масай. Помнишь, нам вчера показали, как Масай дом строит? Ты тоже дом строишь.
из и палок. Ага. Сколько кофе-то стоил, Игорь? 9 тысяч? 340 рублей на наши. А, ну нормально. 340 рублей. Как твои впечатления, Игорь? Ну вчера-то жарко было. Вчера нормально. Мы просто в другой регион, видишь, въехали. Я так понимаю, нас окружают горы, а мы внутри этих гор. И здесь такой вот климат, что зуб на зуб не попадает. Мы еще, видимо, выше уровня моря, я так понимаю. Да, да. И тут прохладненько. Ну а сафари нравится? Да, левые кошки. Левые кошки? Заведем еще котеночка? Котеночка. Пятого. А вдруг он урчать тебе придет в голову? Представляешь? Нет. Он так сразу поберег кровати на нас двоих, две подушки и заурчит. А тебе больше всех, по-моему, антилопы понравились, нет? А мне понравились кошки и вот эти антилопы и импалы. Самые красивые. И все кошки? Гепард, леопард? Ну, леопарда мы так и не увидели особо. Ну, хвост видел и морду издалека. Гепард прекрасен был. Гепард был прекрасен. И импалы, конечно. Импалы — это вот эти маленькие газели. Да, да. Грациозные которые. А антилопа гну тебе не понравилась? Да, ну какие-то страшные. Страшные. Зебры, зебры. Ой, да, зебры, ой, такие они мимимишные зебры, прямо. Милые создания. Угу. Так, там вдалеке стервятники-то по чё идёт? Стервятники — это все, кто ест падаль. Угу. Конкретно эти-то кто? Гриф? Гриф. Ну там их разные, у них есть... Можно смотреть.